рождения семьи. Вот вам. Ой, обалдеть. Обалдеть. Всем спасибо. Привет. Семья Прытковых в сборе. Да. Где там младший Прытков? Ваша, иди скорее. Самый младший. Ой, какие букеты, Катюшенька, обалдел, ты совсем Катюш, моя хорошая. Бабуля? Где бабуля? Иди бабуля, он тебе пионы полил. Начинается в колхозе утро. Ставь, ставь, дочка, иди сюда. Или будем наслаждаться, там поставим пока. Какая красота, я вообще такого не видела никогда. Так, а это куда поставить? Ой, ты мой хороший, иди целуемся с тобой. Дед-то вот не присутствовал, вы его не видели? Видели, сейчас он придет. Но это уж с дедом открой. Правда, да. Ты моя умница. К чему его привязать? К трубе вот к этой? Баксюша, привет, моя маленькая собака. Я не знаю, смотри, вот, может, вот сюда? Качалки? Так он ее... Да ладно, попробуйте. Так, топчик. И стопник топчик. О. Смотри. Я думал, газ дали. Смотри. О, она такая вонючая. Ну газ, ну что? Ну сейчас дожди, он там что-то жгет. Посмотрим. На край вот сюда. Вот ты мой сладкий мальчишенька. А можно сверху будет прибабок. Иди скорее пообнимайся с Димой. Иди. Боже. Иди с бабулей с Димой пообнимайся. Вот, у меня, знаешь, никакой дерево. Потом будешь искать его, как этот, искал дерево. Сюда вот можно. Там же вот сетка там... рабится, туда не пройдет. Вот эти стороны пройдет. Вот ну, сюда. Ну да, туда уйдет. И сюда уйдет. Ой, как пахнет сразу. Мама! Вот я сейчас сделаю уроки, поиграю час. И когда попались в баню, можно тоже чуть-чуть поиграть? Бабушка Ира ему разрешает час поиграть. Два часа сегодня. Ну-ка, давай еще раз, танцуй-ка, ну-ка. Ты так прыгал, сказал, хочу в баню. Попарится он сегодня, дед для него веник купил специально. Молодой прям. Купана. Ну пошли, идем. Давай, Денисон, бери, поздравляю. Иди сюда. А папа? Мы от нашей семьи, вашей семьи. Это тайна войнушки. Она точно где-то здесь. Точно. Да. Точно. Мы вас поздравляем. Сворачивайте уже. Нам уже самим... Да какой бантик-то блестящий. Спасибо маме. Да мама, золото мама. У нее всегда мысли такие, продумывает она. У нас... Опять. Это красиво, все знает, что я с розочками люблюсь. Ну, наверное, это. Только пальцы буду чуть-чуть. Да рви, рви, прям рви, рви, прям. Прям рви, рви. Самый кайф, когда рвешь. Ой, какая прелесть! Нифига себе! Катюша! Ну-ка давай покажи. О. Тут сюда прикрепить надо. Ну не знаю, нам теперь кажется, что она большая. Хороший, нет, но ее можно над дверью задумать. Вы хотели на дверь, но что-то я вот про эту рамку мы не подумали, что будет рамка такая еще. Спасибо, дети. Хотя, может, он на дверью лучше, на нее и вода не будет попадать. А может, сюда? Ну, или сюда. А может, над окном? Ну, это уже сами решить потом. Вообще. Ну, прикольно. Сколько мы мечтали о бане, да, Катя? Ну, да, вот все. Наконец. Или на дверь лучше? Да нет, она на дверь, наверное, не встанет. Немножко не вылезает. Не влазит. А там, наверное, такая же форма. Закрывай баню, закрывай, хватит комаров туда кормить. Немножко. Я сюда закрутил ее. В принципе, можно, да? Макс! Ой, ну дети, спасибо вам большое. Пап, он запутался. Пап, он запутался и бочку свалил. Бочку свалил? Вот. Она пустая бочка. Вон, после бани морда красная. Почему? Ой,
Мы задом. Мы задом. Меня тоже по зату не надо. Ну, да ладно, господи, мы для этого самого. Ну давайте, поздравляйте. Давайте. Поздравляйте, давайте. Поздравляю. Что должен? Что у тебя? Вот это твоя. Жена. Друг друга поздравлять. Друг мой. С бутылкой. Я поздравляю вас. Нас. С этим, нас, вас. Вас или нас? 35. Тоже ягодка опять. Иди ложись. 40. Вы у нас обе ягодки. Хороши. Бзнички. Дочь какая красная сидит. Но я так рада. Зятю Бане понравилось. Валер, пойдешь? Попаришься? Ну и Денис красный тоже. Нет? Люд, пойдешь, Люд? Ну ладно. Все, с праздником поздравили все. Давайте, кушайте. Нет, я еще не поздравила. Поздравляю. Желаю. Поздравляем. Здоровья, 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 любви, верности, удачи, благополучия. Что еще? Верность уже не актуальна. Да. Ну, не прокатывает уже. Вдруг какую-нибудь старуху найдет на старости лет. Да, ну, конечно. Уже не найдет. Все будет нормально. Чтоб у детей у нас все было хорошо. И вообще-то горько. Ну, давай. Горько! Горько! Чмокнулись. Самое главное. Вон, какие подарки подарили мне сегодня дети. Слава, как это? К Восьному, помнишь, ходили? Тетя, как ее? Титмаш, что ли? Мать его. Его тоже фото. Она тост все время произносила. Один, тот же, один и тот же. Один и тот же. Что-то да. Там про... Сват, Бога. Сват все ее, это самый... Да, все. Божественный. Отпраздновали мы свой праздник. Гости ушли. Дети уехали. Что там фонарик-то опять не зажигается? Вот. Прикоснусь и сразу зажигается. Я как волшебник изумрудного города. Угу. Руки пачкать не буду. Хотела я его вытащить в следующий раз. Не решились мы сегодня опять оставить открытыми помидоры. Соседка сказала, что у нее без парника очень плохие. Вот открыла я свои огурцы. Видите, здесь сколько было? Вот осталось два. И походу эти тоже сдохнут. Эти еще пыжатся. Но сюда я, если что, пересажу, возьму оттуда. У меня там есть. Розочка моя тут отходит. Санек вот порожек сделал. Вот банька Пожаровых. Второй раз я сегодня дочь напарила. Она там в шоке была. Поскрабила ее солью, медом и кофе. Вот. Вся в цветах. Сейчас пойду домой. Поеду, вернее. Я купила вот такие вот три цвета. Я не знаю, как эти цветочки называются, но говорят, что они разрастаются хорошо. Я в том году пробовала, но посадила в садовую землю. Сегодня меня предупредил этот парень, который продает. Для этих цветов нужна покупная земля. Это внук купил у меня сегодня розы. Сказал, что на свои денежки. Ну вот видите, какую розу дали. Роза уже сдохла одна. Три кустика. А это... Ой, Катю не придумала. Это Денис с Катей подарили. Такую красоту. Ну, вот эти вот цветочки, там они в пробирочках. Вы уже видите, как это флоксы, что ли. Они уже как бы это... Сгинули. Вот сейчас поеду вся в цветах домой. Иваныча сожрали. Комары. Вон, видите, бегом убегает. Оп, оп. Ну, эти змеюки кусаются сильно. Я-то побрызгалась. А он-то нет. Баньку закрыли. Но пока банька радует. Мне понравилось. Спасибо ребяткам. Сергею Ивановичу спасибо. От фирмы Парное дело, да, Саша, у них? Парное дело, да. Они вдвоем строили. Сергей Иванович и Максимка, вам спасибо. Жалко, что вот я вас не сняла на фоне баньки. А то бы
Так что от разницы обращайтесь. Парное дело, баньку строить на совесть. Бежим? Цветы надо сложить. Ты сумку берешь, мою сумку берешь, а я цветы. Ну. Сумку сейчас, мне еще мусор надо. Ой, 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 текаем. Текаем, Саша. Текаем. Это не будем того, пускай все. Ну, дождик помоет. Так вот я сложу их сейчас. Завтра будет некогда. Завтра поедем в Самару. Ой. Вот как они хорошо тут у меня встали в ведерке. Так. Ну, Санечка. Что тут цветы? Все под ноги, что ли? Ну, почему под ноги? Ты же можешь, и не упадет чуть. У меня есть что взять под ноги. У меня вот красота моя. Вот. 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 Иду с авоськой, с такой красивой. А тяжелую, я хочу вам сказать, да. Я что тогда на руках понесу ее, вернее, повезу. Наверное. Буду держать. Ну ладно. Открыть? О, съели уши. Уши съели. Берегитесь. Садитесь быстрее, а то сейчас комаров напущу. Ну все, пока. Давайте, пока. Сижу в машине, вся в ароматах. Сказала вам пока-пока. Иваныч дачу закрывает, а я все наслаждаюсь цветами. Да. Это только дочь моя может такое придумать красоту. Умница моя. Спасибо вам большое, ребятки, большое спасибо. Столько удовольствия. Ну, мы вам тоже старались сегодня удовольствие доставить.